Для этого рецепта понадобится лаваш и творог. При этом получится невероятно вкусный сладкий пирог, ничуть не уступающий классическим пирогам, вот только готовить его в 10 раз проще. Для начинки понадобится 400 грамм творога любой жирности. Я брала 5%. Разбиваем туда же 2 яйца. Чуть-чуть подсаливаем, буквально на кончике ножа. Подсыпаем 80 грамм сахара. Его можно заменить на сахарозаменитель, чтобы сделать пирог более полезным. Пробиваем массу блендером, чтобы она стала однородной. Если нет блендера, ничего страшного. Можно просто все хорошо перемешать венчиком. Хотите однородную структуру без комочков? Тогда берите мягкий творог. Для начинки годятся любые ягоды или фрукты. Можно использовать свежие, замороженные или, как я, консервированные. У меня здесь 350 грамм персиков. Просто нарезаю их небольшими кубиками. Если берете замороженные ягоды или фрукты, предварительно разморозьте и дайте стечь излишком влаги. Если они все равно слишком влажные, можно слегка посыпать крахмалом, чтобы во время запекания пирог не потек. В отдельной миске разбиваем одно яйцо, добавляем 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку сметаны. Перемешиваем. Это будет заливка, которой мы пропитаем верх пирога. Берем форму для запекания. У меня она 22 сантиметра в диаметре. И лаваш. Я брала вот такой круглый, под размер формы. Выкладываем один лист на низ и намазываем его творогом. На один слой уходит примерно по 4-5 столовых ложек творожной массы. Сверху выкладываем нарезанные фрукты. А далее снова лист лаваша и повторяем все действия. Всего получится 3 слоя. Если не найдете круглый лаваш, можно взять прямоугольный, также его смазать творогом, выложить фрукты и свернуть в рулет. После чего уложить рулет в форму для запекания в виде улитки. Накрываем третий слой листом лаваша и смазываем яично-сметанной заправкой. Запекаем в разогретой духовке 30 минут. Вот таким румяным получается пирог после духовки. Он очень мягкий, со сладкой творожной начинкой и сочными кисленькими нотками фруктов. А еще рекомендую обязательно посмотреть вот этот рецепт. Уверена, он вам тоже понравится. И заранее вам приятного аппетита!